Доходы региональных бюджетов, инициативное бюджетирование, финансовая грамотность. С таким названием прошла третья Всероссийская научно-практическая конференция в Крымском федеральном университете. Всего 5 лет Крым Российской Федерации, очень короткий срок. Если финансово вроде все механизмы запущены, или формально все механизмы запущены, самое сложное остается все равно это человеческий опыт. Люди должны понять себя, прислонить, скажем так, к этой ситуации, инвестировать себя в это и понять, каким образом работать. Вот эта конференция крайне важна для исполнительной власти на местах. Они должны понимать, каким образом другие регионы умудряются показывать отличные результаты. Сегодня много гостей из разных регионов приехали поделиться своим опытом. И это важно не только для исполнительной власти. Ну и важно вот для студентов, которые, мы считаем, будут на конференции присутствовать. Они уже будут это впитывать. Это то новое поколение, которое будет дальше строить Крым. Вот это важно. Известные спикеры рассказали присутствующим об актуальном экономическом развитии Крыма, народном бюджете и о реализации на полуострове 12 национальных проектов. Не у всех была возможность попасть на сочинский форум. Там впервые Крым представил и инвестиционные площадки, которые у нас есть в Крыму под развитие инвестиций. И уже история успеха, мы ее назвали, это те инвестиционные проекты, которые успешно реализованы. И поэтому мы почему поставили, думаем, интересно будет всем подойти, посмотреть то, что мы презентовали в Сочи, потому что получилось, вся Россия видела, а крымчане нет. Поэтому мы решили, что как раз научно-практическая конференция – удобное поле для того, чтобы все могли подойти к этим точ-панелям, посмотреть, полистать, что уже на них есть, и, может быть, дать какой-то совет, потому что это не мы инвестиционную карту Крыма, мы над ней будем работать дальше, мы ее будем обязательно развивать в дальнейшем. Помимо этого, программа конференции включила в себя проведение 3 секций. Увеличение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив и участия населения в решении вопросов местного значения. Финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, пресс-служба Крымского федерального университета.